Я, бабушка будет видеть все, я ей все покажу. А она слышит? Тюшенька, поставь, пожалуйста, ноты, что ты играешь. Тебе нужно запомнить... Поставь ноты, поставь ноты. Я не хочу, там написано. Хорошо, сыграй сначала ты. Тюш, круглые пальчики. Тюша, ты неправильно играешь. Тебя завтра опять будут ругать. Открой, сыграй по нотам. Сначала снова, два раза надо сыграть это. Ты видишь там знак повторения? Ну хорошо, закрой ноты и сыграй от начала до конца, без ошибок. Круглые пальчики. Хорошо, следующее. Тюша, круглые пальчики не забывай. Тюша, давай следующее. Ты паузу не держишь. Пауза.
Красиво снимай руки с клавиатуры. Ну, тебе же только круглыми пальчиками надо играть. Хочешь еще раз сыграть это же? Нет. Ну, давай следующий. Что тебе еще надо? А знаешь, что у меня теперь? Техникбук. Хорошо. Мам. Оу. А ты думаешь, как это хорошо играет? Что ты можешь сказать, просто так или хорошо или плохо? Да, она может сказать, хорошо или плохо. Круглые пальчики, красиво, все. Давай, это самое важное. Ты что, ритм не держишь? Сначала. Какую ты играешь? Пятую? Тюш, убери руки с клавиатуры. А почему ты не играешь четвертую и пятую? Давай начнем с четвертой. И ритм считай. Тюша, ты не считаешь. Давай следующие, только круглыми пальчиками. А вот эти две одинаковые. Играй. Если бы они были одинаковые, их не написали бы. Пятую давай. Я знаю, про что ты говоришь. Давай сначала и до конца. На три четверти. Нет, ты не сыграл два раза подряд. Нужно два раза подряд. Круглые пальчики. Это на две четверти, а это вот на это три четверти, целый. А это на четыре четверти, да. Какую ты играешь? Можно узнать? Шестую. Почему ты почему шестая? В шестой все четвертные, а ты первая. Выдержал два длительности. Это половинка. Нет, она была не половинка. Ну и что? Не, ну и что, Тюша, ты играешь. Давай еще раз это произведение. Нет, тут первая идет такая же, как все остальные, четвертные. Thank you.
Хорошо. Следующий тебе надо? Седьмой. Нет, нет, следующий. Нет? Хорошо. Что тебе еще задали? Все. Только, только так. Сколько сейчас времени? Сейчас, сам не знаю, 53 на iPad. Ну хорошо, я тогда это...